Приветствую всех во второй серии альтернативного прохождения игры «Корсары каждому своем». Ну что ж, продолжаем. Итак, Шар-де-Мор прибыл на Гваделупу. Идет он к Фадею, как сказал ему его братец. В доме Фадея Шарль понимает, что попал в жилище местного весьма респектабельного гражданина. При виде Шарля московит расплывается в улыбках и любезностях. Но как только Шарль говорит, что он брат Мишеля, пришел за карточным долгом, в его словах и движениях сразу почувствовалась некоторая едва уловимая нервозность. «Карточный долг, говорите?» – переспрашивает он Шарля. «Да-да, конечно, припоминаю, у меня сложилась форс-мажорная ситуация». И далее он в красках рассказывает, что его ограбили, что самое печальное – украли не только деньги, но и его уникальную коллекцию клинков. Слава Господу, кое-что осталось. И тут он достает какой-то весьма странного вида кинжал и сообщает, что это уникальный клинок коготь вождя, который стоит целого состояния. Но теперь, ввиду финансовых затруднений, он вынужден отдать его Шарлю в качестве компенсации своего карточного долга перед его братом. Понимая, что от этого пройдохи не добиться ничего другого, Шарль соглашается взять его клинок. Фадей продолжает причитать, что весь город просто набит всяким сбродом. И недавно в его дом проник еще один воришка, которого, правда, удалось схватить. Это какой-то краснокожий, теперь его должны публично повесить на задание всем остальным негодяям, кто посмеет покуситься на его имущество. Имущество лучшего друга местного губернатора. «Вы только подумайте», — прочитал Фадей, — «стащил у меня мушкет, около недели бегал с ним по джунглям от местной стражи. Мало того, что меня ограбили, так я теперь должен компенсировать неудобства местным властям». Также Фадей уведомил Шарля, что объявил весьма солидную награду тому, кто вернет ему лучшие экземпляры клинков из его коллекции. Выйдя от Фадея, Шарль отметил для себя интересный факт, что тот ни разу сам не упомянул имя его брата, даже не поинтересовался, где он сейчас и чем занимается. Могло сложиться впечатление, что про Мишеля московит услышал, если не первый, то второй раз в жизни. При этом про карточный долг он вспомнил сразу. Занятно, Мишеля здесь знакомцы. Также Шарль решил взглянуть на краснокожего партизана, который целую неделю не давал покоя местной страже. Кроме того, опыт с Фольки и Делюком оказался удачным, а Шарлю пригодился бы человек, владеющий мушкетом и знающий джунгли. Поэтому он направился в тюрьму и, поговорив с комендантом, получил разрешение на встречу с индейцем. Наше дело быть начеку. Оказывается, Тичингиту, как звали индейца, был изгнан своим племенем из-за того, что попытался спасти свою жену от несправедливой расправы со стороны их шамана. После этого он скитался в поисках пропитания, забрел в Бастер. А Фадея он надеялся найти пропитание. Подвернувшийся мушкет схватил, можно сказать, для самообороны от Фадея солдат. Кроме того, даже сам Фадей признает, что кроме мушкета индейец у него так ничего и не украл. Комендант сообщает Шарлю, что убить индейца он может только по ходатайству Фадея, и никак иначе. Ну что ж, придется нанести тому еще один визит. Шарль за недолгое пребывание на этих островах уже понял, что нет нерешаемых за золото проблем, поэтому было только два вопроса. Кому и сколько? Фадей с неподдельным удивлением выслушивает пожелание Шарля вытащить индейца из тюрьмы, но, как и ожидал Шарль, этот разговор быстро перерастает в торг по поводу цены, за которую московит напишет ходатайство об освобождении. В результате удалось опустить цену до сотни дублонов, которые Шарлю предстоит собрать. После этого он возвращается к Фадею, тот передает уже быстро состряпанную бумаженцу для коменданта. Шарль и Фадей весьма довольны сделкой. Отдав коменданту ходатайство Фадея, Шарль получает разрешение на то, чтобы забрать индейца, который комендант вынужден предоставить, несмотря на все свое неудовольствие по этому поводу. Словом,
Шарль говорит индейцу, что тот свободен. Он может присоединиться к Шарлю, стать полноправным членом его команды, на что индейец с радостью соглашается, говоря, что он обязательно пригодится белый хозяин, так как хорошо уметь ходить в джунгли, заряжать мушкет и бить из него птицы и зверь. Шарль про себя отмечает, что денег он здесь так и не получил, но все-таки не зря приплыл на Гваделупу. Шарль вернулся в Сен-Пьер, а еще точнее в подземную базу Мальтийского ордена. По пути он добился серьезной победы, захватил пиратский шлюп, рядом с фортом Бастера подкараулил он этот корабль. Хотя бой был очень жарким, потерял Шарль всю, абсолютно всю свою команду. И, в общем-то, в одиночку с индейцем пришлось добивать оставшихся пиратов. Тем не менее, захватил он приличный кораблик, увидите его характеристики. Мишель говорит, что не ожидал от Шарля такой расторопности против пиратов в бухте Лефрансуа, но с некоторой иронией бросает, что Шарль уже здесь стал известной личностью, не успел появиться на Карибах, а за ним уже охотятся пираты. Далее Шарль рассказывает о своем визите к Фадею. Когда рассказ доходит до того, что Фадей вместо долга отдал вот этот кинжал, так как его ограбили, Мишель берет в руки переданный Фадеем клинок и улыбается. Так как он сказал, он называется «Коготь вождя»? С мистическими свойствами? Я слышал про него много баек, говорят, он помогает против сверхъестественных существ, поэтому держи его, приятель, всегда при себе, на ночь обязательно клади под подушку. После этого Мишель не может удержаться от хохота. Шарль улыбается и парирует, что может быть пираты сейчас охотятся за ним, а вот чертей, вероятно, Мишель может заинтересовать с большей вероятностью. Так что может взять это добро себе, если хочет. Мишель по-прежнему с улыбкой отвечает, нет, ему здесь держать оружие нельзя, так что свой шанс пообщаться с чертями он пока упустил. А вот у Шарля теперь есть для этого все возможности. Шарль также с улыбкой отвечает, что ну по крайней мере на черте у него теперь есть средства. Вот что продолжает Мишель, толстяк так просто от нас не отвертится. Я не хотел тебя вмешивать, но пора тебе познакомиться с тем, как здесь делаются дела, с карибскими нравами, так сказать. Плыви-ка обратно к московиту и скажи ему только одно слово – пинет. Хотя нет, скажи ему, что дело пока вне опасности, арестован я по другой причине. Думаю, после этого у него найдется для тебя стоящая работенка. Не забывай при этом, что это люди влиятельные и опасные. Поэтому вот тебе инструкция, рецепт изготовления бумажного патрона. С ним твой пистоль стрелять будет куда чаще. Да, не стоит благодарности, братишка, лучше принеси мне при следующей встрече миллион. Они прощаются, Шарлю нужно отправляться обратно на Гваделупу. После визита к Мишелю Шарль весьма кстати встречает целую группу неплохих офицеров в таверне Ле Франсуа. В том числе он нанимает здесь неплохого канонира и видим приличного очень абордажника. Действительно, очень редко встречаются приличные абордажники изначально. Ну вот Шарлю очень везет, по крайней мере, как он считает. Первое, что входя видит Шарль, это напряженно удивленное лицо московита. Шарль говорит, что его брат передает привет, а также слово «пинет», что дело пока вне опасности, арестовано по другой причине. Московит подходит к Шарлю, заметно понижая голос, сообщает, что сразу отметил в его лице сообразительного молодого человека, подающего большие надежды. Чтобы эти надежды сбылись, молодым людям требуется уметь держать язык за зубами и помогать сообществу. Тогда и сообщество поможет ему. Вот его брату сообщество готово всячески помочь, но тот арестован по личному распоряжению Пуанси и заточен не в обычной тюрьме, а в подземной базе, куда могут попасть только избранные члены Мальтийского ордена. Поэтому они не знали, что и думать по этому поводу, их дела не могут продвигаться в условиях такой полной неопределенности. Но теперь-то все сдвинется с мертвой точки. И раз уж известие принес Шарль, то именно для него найдется серьезное поручение. Завтра в местном магазине его будет ждать Жерар Ле Круа. Он посвятит Шарлю в детали. Возможно, предложенное вам сейчас вы сочтете малоинтересным, но воспринимайте это как небольшую проверку. Крещение огнем, так сказать. В дальнейшем сотрудничество с нами будет приносить вам гораздо большие доходы, поясняет московит. Шарль понимает, что дальнейшие расспросы сейчас ни к чему не приведут. Посмотрим, какое злодеяние мне завтра предложат совершить, подумал он про себя. Пожалуй, у меня найдется для вас дело. На следующий день в магазине Шарля уже ожидает Жерар Ле Круа.
К удивлению Шарли, он предлагает всего лишь привезти партию бомб и пороха. Форт Порт-у-Принц за 10 дней неплохие для этой работы деньги. Правда, обозначается это как только первая подобная задача. Комендант даст Шарлю следующее поручение такого же рода. Внутренний голос Шарля выдавил из себя лишь вдох то ли облегчения, то ли разочарования. Столько прелюдий для обыкновенного, хотя и чуть более выгодного, чем обычный фракт. Шарль соглашается. Недалеко от Гваделупы Шарль замечает, что его пытается перехватить некий испанский корабль. Чтобы не осложнять себе жизнь на переполненном боеприпасами корабле, он просто заманивает этого испанца под форт Бастера и предоставляет форту и другим кораблям здесь разделаться с испанцем. Видим, как это происходит. От себя добавлю, что в принципе через быстрый переход можно вообще уйти от этого корабля, я это в общем в других похождениях демонстрировал, но здесь я выбрал несколько другой вариант, видим, что я даже не пытаюсь его атаковать. У вас ко мне дело. Шарль прибыл в Порт-о-Принц существенно раньше обозначенного срока. Действительно, комендант доволен его расторопностью, дает следующее поручение. Оказывается, французский фрегат «Воинственный» сейчас проводит некую военную операцию с берегов испанской колонии Порто-Белло, но выяснился дефект пушек на его борту, поэтому Шарлю предстояло доставить 20 орудий на борт этого фрегата не более чем за 2 недели. Комендант обещает весьма солидную награду, которая уже существенно превышает расценки обычных фрахтов. Шарль отвечает, что это просто его долг помочь соотечественникам сражаться с Скриалом и постарается доставить пушки раньше установленного срока. Рядом с Порт-о-Принцем Шарля пытается атаковать еще один испанский корабль, это также шлюп. Шарль поступает абсолютно так же, как он действовал рядом с Гваделупой, заманивает этот корабль под порт и просто наблюдает, когда тот утонет под воздействием больших пушек порта. В таверне Белиза Шарлю попадается боцман-врач. Шарль, не раздумывая, предлагает ему место на своем корабле. Видим, что, в принципе, неплохой офицер. Именно как врач, смотрим, у него есть, да, врач и спаситель жизни. Поэтому, безусловно, мы его ставим именно на врача. Сейчас Шарль это сделает, да, мы его нанимаем. Следует упомянуть, что в Лавеге по пути в Порт-о-Принц Шарль уже нанял себе плотника. Казначея, но сейчас он как плотник нужнее, поэтому команда Шарля растет, а теперь у него есть несколько профессионалов в своем деле. Недалеко от Белиза к Шарлю подбегает девица и говорит, что ее подружка залезла в колодец и до сих пор оттуда не вылезла, поэтому она просит помочь Шарля в этой ее беде. Отправляемся в колодец. Покойся с миром! Ну и вот вполне ожидаемо для Шарля здесь он сталкивается с бандюганами. От себя, опять же, не от Шарля добавлю, что это, наверное, один из лучших способов добыть с самого начала игры неплохие клинки. Потому что с бандюганов выпадает не только много денег для начала игры, но и, собственно, оружие, как вы можете наблюдать. Шлюпки на воду! На палубе воинственного Шарль наблюдает достаточно странную картину. Эта палуба скорее напоминает военный склад, чем палубу корабля, осуществляющего рейдерство у берегу вражеской колонии. Она просто завалена орудиями и огромными запасами боеприпасов. Шарль сообщает капитану воинственного Флориану Шаке, что груз пушек был получен доставлен существенно раньше указанного срока. Тот благодарит, вручает ему 200 дублонов. В виде недоумения Шарля капитан дает разъяснение, что, видимо, скоро планируется операция по захвату форта Порто-Белло, поэтому накапливается необходимое количество орудий и боеприпасов.
Кроме того, он видит, что шар наблюдательный и толковый малый, поэтому хочет поручить ответственное задание. Дело в том, что по некоторым сведениям испанцы хотят снабдить корабли форта Порто-Белло большим количеством боеприпасов. Если это произойдет, то это существенно затруднит шторм. Так вот, он направил своего человека в город узнать что да как, но тот не вернулся. Он надеется, что Шарль будет более удачлив. Его целью является выяснить, что стало с человеком капитана. Но еще более важно выяснить, действительно ли такая поставка планируется, и когда и на каком корабле. Шарль соглашается на это рискованное предприятие. Шарль пробрался в Порто-Белло через джунгли и первым делом решил отправиться в местную таверну. Здесь надо было налить и разболтать местных выпивок. И вот один из них сообщает, что недавно поймали французского шпиона, ошивавшегося рядом с местной верфью. Представить дальнейшую его трагическую судьбу было несложно, но надо было решать, как ее не повторить, а выяснить по поводу доставки боеприпасов. Идею с верфью Шарль счел верной. К форту подбираться нет времени, а вот в порту он заметил судно. Галеон Алькантара. Там могли что-то знать. Соваться самому было равносильно повторить судьбу своего предшественника. Нужен был человек, который не вызовет подозрений в качестве шпиона. И тут Шарль осенила замечательная мысль. По пути в таверну он видел ошивающегося в городе нищего. Надо было его найти, но еще более важно было найти к нему подход. Шарль подходит к нищему и говорит, что тот может заработать 5000, при этом выполнив ответственное поручение местного губернатора. Кто-то саботирует погрузку боеприпасов на галеон Алькантара, который стоит в порту, поэтому нищий идеально подходит для выяснения, почему это происходит. И когда Алькантара получит достаточное количество боеприпасов для выхода в море, тот с радостью соглашается. В назначенное время после 11 нищий уже ждал Шарля на пристани. Он сообщает, что все выяснил и не понимает, как это вяжется с словами Шарля. Дело в том, что уже более года колония вообще испытывает огромный дефицит вооружений и боеприпасов. Выяснить это нетрудно, так как в колонии сверху донизу только разговор о предательстве. Ввиду отсутствия поставок оружия и боеприпасов из метрополии приходится их закупать втридорога у контрабандистов. Но этого все равно не хватает, поэтому нахождение Алькантары в доках скорее вынужденное, а не результат саботажа, по крайней мере здесь в колонии. Но слава богу, есть еще настоящие патриоты Испании, и ходят слухи, что местный Идальго и друг губернатора Дон Карлос де Мельяр, так и не дождавшись действий властей, отправился лично закупать боеприпасы для колонии на своем барке Пуэбло, и скоро должен прибыть обратно. В этот момент Шарль с негодующим видом говорит, что он так и знал, что неблагонадежность цветет здесь Порто-Белло пышным цветом. На самом деле его сюда послал из Гаваны генерал-губернатор, прослышав о мятежных настроениях в их колонии. Нищий испуган до предела, он начинает причитать, что ни в чем не виноват, и он здесь ни при чем. Шарль его успокаивает, что если тот будет держать язык за зубами, то наоборот, может даже получить в будущем награду, а пока может идти. Нищий благодарит Шарля и быстро исчезает, а путь Шарля лежит обратно к бухте и на фрегат Воинственный. Шлюпки на воду! Прекрасное судно, не правда ли? Шарль докладывает Флориану Шаке, что он сумел разузнать. Флориан отсыпает Шарль 250 дублонов, но выглядит весьма озадаченным и бормочет интересную фразу. Де Мельяр, это не входило в планы. Далее уже Шарль, он говорит, что этот барк не должен дойти, так как это затруднит их дальнейшие действия. Вот что, Шарль, я сейчас не готов к перехвату барка, единственный, кто это может теперь сделать, это ты на своем корабле. Старайся взять Де Мельяра живым. Если тебе удастся перехватить барк, то в Бастере ты получишь еще 250 дублонов. Если к тому же доставишь туда Де Мельяра в качестве пленника, то получишь вдвое больше. Шарль отвечает, что для захвата барка его посудина, наверное, сгодится, поэтому он рискнет. Флориан благодарит Шарля, они прощаются. Итак, Шарлю предстояло найти и абордировать этот испанский барк. Несмотря на неблагоприятный ветер, Шарль изо всех сил гнал свой корабль, и вот ему все-таки улыбнулась удача. Буквально перед портом Порто-Белло Шарль настиг барк Пуэбло, соответственно, начал готовиться к абордажу. Стреляем картечью. После визита в Порто-Белло Шарль недоумевал, почему до сих пор командование французов не предприняло атаку этой испанской колонии. Неужели до его визита
Порто-Белло никто не знал, что такое бедственное положение там и с оружием, и с боеприпасами. Шарк искренне недоумевает этому обстоятельству. Что касается непосредственно атаки этого корабля, Шарль абсолютно не сомневается, что их ждет успех. Особенно с учетом того, что он нанял, как я уже показал, несколько профессионалов. В частности, у него сейчас есть и плотник. Для прочности корпуса есть и врач, для того, чтобы обеспечить более-менее приемлемые потери команды. Также есть абордажник, дополнительный к Тичингиту. Ну и, естественно, есть канонир, наверное, самая главная сейчас фигура на корабле, как вы видите. Именно он обеспечивает серьезную кучность попадания нашей картечи по Пуэбле. Естественно, Шарль, помни, что надо захватить Домильяра, ни в коем случае не собирается Пуэблу топить. Но вот команда Пуэбл уже практически выбита. Уже с корабля Шарля виднеются многочисленные трупы от попадания картечи. Соответственно, команда Шарля кидает кошки. Идем на абордаж. Действительно, тут уже все усеяно против испанцев. Живых осталось совсем немного. Осталось обыскать только трупы, обыскать каюты, различные другие места, где может быть какой-то лут, могут быть какие-то предметы. Шарли по-прежнему не так, чтобы слишком хорошо с деньгами, поэтому, безусловно, этим брезговать он, по крайней мере, пока не будет. Самое главное не прикончить Домильяра, чтобы он остался жив, полагает Шарль. Покойся с миром! Но ничего особо ценного, как видите, Шарль все равно пока не находит. Естественно, не от Шарля, от себя добавлю, что на этом уровне сложности игры, конечно же, ничего существенного, тем более на таких низких рангах, нам ни в какие сундуки не положат. Итак, Шарль входит в каюту, здесь на него тут же обрушивается Домильяр. Шарль сразу отмечает, что перед ним достаточно серьезный противник, достаточно искусный фехтовальщик. Домильяр рычит, что лягушатникам это так просто с рук не сойдет. Еще остались честные испанцы, верные своему долгу. Шарль невольно даже испытывает некоторое уважение к этому своему врагу. Но опять же, не от Шарля, от себя замечу, что можно было и легким клинком, в принципе, экипировать Шарля легким клинком и забить его исключительно финтами. Может быть, это было бы и более эффективно, по крайней мере, скорее всего, мы бы вообще почти не пропустили никакого урона в этом случае, но это длилось бы, но я думаю, что
с учетом урона легкого клинка при финтах, тем более сейчас у Шарля всего один легкий клинок, тот Бильбо, который дал ему губернатор. Вы видели, какой там баланс там под двойку. Соответственно, с учетом этого урон там совершенно минимальный, поэтому я думаю, что Демильяр мы бы оглушали, наверное, никак не меньше, чем минут 15 реального времени. Я думаю, что при этом я так скромно даже говорю. Но минут 15 точно мы бы его убивали, поэтому... Безусловно, я взял средний клинок, видим, что Шарль им справляется, хотя все-таки некоторый урон иногда по Шарлю проходит. Не всегда удается увернуться от ударов, потому что я знаю, что капитан Барков Пуэбла, он пробивает блок, действительно, товарищик очень серьезный, для этого уровня уж по крайней мере нашего персонажа, поэтому здесь нужно держать ухо востро. И может быть все-таки фехтовать, как по мне, легким клинком, пускай долго, но надежно. Итак, Демильяр падает без сознания. Шарль, естественно, старался фехтовать таким образом, чтобы не убить его, а только тяжело ранить, чтобы тот обессилел и упал, собственно, как и произошло. Ну что, Шарль захватывает Барк Пуэбла, захватывает живым, хоть и раненым, Демильяра, и, соответственно, задание выполнено, можно отправляться на Гваделупу. Его матросы обыскивают этот барк, действительно, он там набит порохом и боеприпасами, что совершенно точно подтверждает, что если бы Шарль его не перехватил, то эти порох и боеприпасы были бы применены по его соотечественникам, поэтому Шарль горд тем, что он сумел помочь в осаде, возможно, захвате этой колонии. Действительно, все замечательно, и Шарль отправляется на Гваделуп со своими трофеями. После того, как Шарль побывал на Гваделупе и лично под роспись дал тамошнему коменданту захваченный барк со всем содержимым, а также пленного едва пришедшего в себя Демильяра, и получил обещанные 500 дублонов, он решил, что его ознакомительный период на Карибах проходит весьма успешно. Ему удалось совместить личную пользу с ощутимой пользой Коронии в войне с Испанией. Он посчитал, что пора отправляться обратно на Мартинику. Возможно, пора уже пообщаться с Валенье. Возможно, на этот раз он будет менее заносчив, узнав, что Шарль уже и без его помощи сражается с Испанией. Шарль уже хотел отправиться в бордель, но Валенье сам нашел Шарля, как только он оказался в Сен-Пьере, лишь сообщив, что он будет ждать сегодня вечером в таверне. Вечером в местной таверне было много посетителей, поэтому их встречу никто бы не заметил, а послушать разговор в таком гамме не представлялось возможным. Шарль это оценил. Валенье, как и предполагалось, начал с поздравлений Шарля в связи с захватом известного испанского идальга, но тон Валенье становился все более и более саркастическим. «Да, и черт возьми, откуда он все это знает?» – пронеслось в голове у Шарля. «Да, Шарль», – продолжил Валенье, – «вы не слышали про такого человека по фамилии Пинет?» Тут Шарля как током ударило. А зря. Это казначей губернатора Бастера. Через него, в частности, проходят все закупки вооружений и боеприпасов для колонии. Так вот, объем этих закупок за последний год вырос в несколько раз, так как постоянно растет их расход во время операций флота во вражеских водах. Вот, например, фрегат «Воинственный» находится у берегов Порто-Белло уже в течение нескольких недель. И по документам уверен, каждый день расстреливает там сотни боеприпасов. Вы ведь были там, Шарль? Вы видели хотя бы один боеспособный испанский корабль? Шарль резко прерывает Валенье. На что вы намекаете? Вы не глупый человек, Шарль, вы все уже поняли. Контрабанда боеприпасов рядом с Порто-Белло — это лишь один эпизод, активным участником которого вы стали. Как вы думаете, Шарль, многие ли выберут абстракции вроде патриотизма, долга и прочую чепуху, если на другой стороне многие миллионы личного богатства? Во дворцах Гаваны и Бастера, как прочих других, живут обычные люди, которые делают обычный для обычных людей выбор. Но это все лирика, а у нас с вами вполне конкретная миссия. Как вы уже поняли, губернатор Бастера не может быть не в курсе происходящего. Но масштаб этого самого происходящего, как мы выяснили из вашего путешествия, гораздо больше. Полагаю, Пуанси в этом тоже замешан. Поддержка владельцев оружейных мануфактур при дворе для него крайне важна. «Стойте!» — Шарль снова прерывает Валенье. «Слишком уж все гладко получается.
Вы знали про моего брата, искали способ заставить его искать связь со своим окружением. И поэтому я оказался здесь. Не кричите, Шарль. Со своими подельниками вы хотели сказать. Я бы хотел вам напомнить, что теперь они и ваши подельники, но то, что на первый раз они вас использовали вслепую, лишь свидетельствует о том, что скоро подобный разговор у вас состоялся бы не со мной, а с Фадеем или Пинетом. Вы все знали и дали мне совершить ошибку. Шарль был в бешенстве. Он едва удерживался от того, чтобы разделаться с этим негодяем здесь и сейчас. Успокойтесь, Шарль. Убийство у меня дело непростое, но даже если это у вас получится, в чем я лично сомневаюсь, то от виселицы за торговлю оружием с врагом это вас не спасет. Будете дальше работать добросовестно, вам обещаю. И брата выручите, и сами вернетесь в Париж. Героем и не с пустыми руками. Пока ведь все хорошо, не так ли? Вы и ваш брат не являетесь объектом моего интереса. Кстати, насчет объектов интереса. Полагаю, что с месье Пинетом вы еще познакомитесь. Но всему свое время, а пока у нас будет другое дело. Ну что ж, какое дело будет у Валене к Шарлю, мы увидим в следующей серии. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. Всем всего доброго. И до скорых встреч.